Думрот, мое почтение, спасибо большое за донат. Давай глянем. Че, здорово, народ. Вот, наконец-то, Простогор. Я на студии. Наконец-то все сделано, все готово. Чуть-чуть ускорим сразу. О, да. Вот студия такие вот дела. Дома. Сколько было потрачено времени, средств. Поэтому я и не женюсь. Ну да, 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 да. Но это того на стоило, последней конечно. Вечеринке мне пришлось слушать эту песню не меньше 10 раз. Сперма-бык. А теперь и вам придет. Спасибо большое за донат. Мы это сделали. Вот, так что я сейчас вообще пойду видео монтировать. Наконец-то. Плюсы тебе дают милфы, минусы тебе дают милфы. Ну вот это, понимаешь, кому чё, кому ничего. То есть, типа, кому-то по кайфу, кому-то... Потому что занятость у меня повысилась просто пиздец. Вот такие вот дела. Оказывается, это актуально было. Люди-то идут. Прикольно. Сейчас. Вот. Ну вот еще бас себе купил, кстати, да. Пятиструнный. Здорово. Сейчас продемонстрирую, как он рычит. Прикольно. Сейчас что-нибудь... Включу что-нибудь. Хоть нормальное басло. О, да. О, то, что нужно, блядь. Руки вверх. Юрий Петрович добрее любому. Ну, перегрузочка, кстати, адский сатанинский. Ну, вот, типа, например, в Линкин Парке, когда вот разбирали, слушали, там ну, как-то прям сортовато звучит, а здесь скорее так приятно. Здорово, Глеб. Короче говоря, пойду монтировать видос. Приятного просмотра. Надеюсь, вам будет интересно. Так. Пока. Ну что ж, это вот я первый раз приехал смотреть помещение. Это было прям, можно сказать, накануне Нового года. Здесь такая пока небольшая разруха, ремонт, все дела. В общем, я принял решение его снять. А это вот первый раз я приехал 5 января, по-моему. Я уже что-то туда перевез. Вот, замок мошнит что-то. Ой, блядь. Смотри, что ли надо. Вот. То есть я уже все перевез сюда. Пока как-то так. Но это только начало было, поскольку мне нужно было еще поставить стойки для... Так, спасибо большое. Щекасто. Спасибо. Для студийных, чтобы, во-первых, освободить место на столе. Так, ребят, наглею, поднимаем ценник. Делать, конечно, все. Вот есть второй этаж, там будут барабаны стоять. Ага. Вот. Ебать, это прям именно не дома, это целое помещение именно под студию. Короче, много чего надо делать. Но все остальное я уже перевез. Заебались вчера этот стол, блядь, ставить. Вот. Гитара моя основная, микрофончик. Вот все остальные гитары, которые я почти не трогаю. Осталось еще басуху купить. Завтра приедут стойки для мониторов. Наконец-то стол хоть освободится немного от этих дур. Вот. Ну что, сейчас я буду записывать, короче, кавер на Children of Bodom. Потому что вчера... Нормальная такая Metal Studio. Уже многие знают, умер Алексей Лайхо. Работы, короче, тут еще много предстояло. Вчера. Нужно было обшить стены, чтобы не было эха всякого, когда записываешь вокал. Маленький диванчик, можно полежать. О, можно кайф. Сначала его, правда, будет перевернуть. Угу. Так, ну я сюда не лежать приехал. Это для меня. Еще ковролин нужно было. Вот я хочу быть таким челом, короче, да, вот как Рик Рубин, типа, в тех видосах, который, короче, на студии просто лежит на диване 90% времени, раз там в 6 часов подходит, говорит, вот эту хуйню исправьте, пацаны, и все, блядь. Поменять. И типа, и при этом супер известный, супер крутой. В общем, работы еще было. Типа. Ого-го. Впереди сколько? Sound producer. Это диван для меня. Это вот наш вид из окна такой. Нормально. Вычисляем по IP, пацаны, по виду из окна. Эта херня, мы собирались что-то обделать, но в итоге она где-то лежит просто теперь хз. Потолок у нас глянцевый такой, прям Жиза. Очень мягкий. И мы заебались его просто обделать ебучим поролоном. Это просто, блядь, жопа нахуй была. Он не хотел никак не приклеиваться. Мне подача очень нравится. Это просто, блядь, жопа нахуй. Сколько бы не хотел вставать, потому что потолок сам очень тонкий, короче. Пришлось его на саморезы как-то сажать. Здесь вот, типа, это, как ее, блядь, называют, ёб твою. Короче, всякое говно складывает. Охуенный обзор. Вот. Ну ладно, сейчас, короче, буду я приступать. Буду приступать.
Вот, кстати, привезли стойки для мониторов. Уже посолиднее все выглядит. В этот день я доделал кавер на... Не скажу на кого пока. Хер знает, сейчас чуть-чуть разберусь. Наверное, провалить отсюда уже. Стемнело. Вот такие дела. Моя жена трахнулась с кем-либо, меня бы это очень огорчило. А вот ты зря так. Чел, ты понимаешь, что на самом деле куколды это... Мы смотрели вот видос, и это же правильная мысль. Да, хотя это даже не в видосе было, типа я забыл. Куколды — это самые жесткие, самые крутые гигачеды, которые просто вообще, типа, можно только позавидовать им. Вот прикинь, ты приходишь домой, твою жену кто-то другой ебет. Ты не начинаешь скандалить, типа, не ломать стулья, не убегать там. Ничего. Ты просто молча достаешь хуй и начинаешь дрочить, блядь, типа, глядя им в глаза. Ебать, как просто... Более гигачет мув себе даже придумать сложно. Ноунейм, спасибо. Опять тут нет видоса и текста в донате. Так что вообще ты чё, это ж сверхлюди. Все дела. Записал. Кавер, короче, доделал. Но на чудо-ботом пока не получилось. Чё-то тяжело. Вот, такие дела. Вот как раз мы... Ладно, не мы, он. Юра крутит поролон. Вот, пожалуйста, снимайте. Такая вот потолок такой любимый. Да, спасибо Сэму Кагерову большое за пожелание. Он такой, блядь. Снов, писюнов тебя и так далее. Он мягкий. Ух, потолок, потолоцкий. Просто Доник, спасибо, спасибо. Ну, видели, тоже приятно. Потолок мягкий. Иметь дохуя бабла. Ебать, спасибо. И при этом нигде не работа. Какая простая мечта. Самое заебись, что можно не ебаться. Тоже да. Так, блядь, тот чел, мы которого смотрели на ютубе, он же типа рассказывает, что он альфа-куколд. То есть он сперва смотрит, как чел ебет его жену, а потом выбегает типа из шкафа и спускает ему на лицо, блядь. Да можно, да. Ему на лицо. Картина жена сделала. Ах ты, блядь. Слева это висит как раз пластинка, которую Юр продавал. В общем, такие цвета мы решили выбрать. Типа, фиолетовый, синий. Вот стены покрасили тоже мы в голубой. Песня из моего сообщения сразу после... Да, чел, ты прям феноменальный тайминг. Не вахули. Чё, блядь, каждый день, что ли, мы эту хуйню делаем? В принципе, в глаза не бросается. Блядь, фиолетово клёво. Вот батарею покрасили. Ну, чтобы как-то всё по солине выглядело, хоть как-то. Компенсировать, так сказать, размер помещения. Это вот мы пытались приклеить поролон на окна, и нас еще не отвалилось. А вот шторы как раз повесили. Плотники такие, шторы. Как раз вместо платиновые поролона диски, отлично, кстати, работает. Надо. Ничего клеить на стекла не надо, просто шторы, блядь, повесил, плотники и все. Вот двери заделали тоже. Все, блядь, в поролоне нахуй. Нет поролона. Это все, вот... блядь, в поролоне нахуй. Блядь, вот чел... Меня радуют челы, которые прям так вот матеряться и слушаешь как музыку просто, это прям смачно так. Все, блядь, запоролонили нахуй. Опасная лестница наверх. На второй этаж, где барабаны как раз стоят. Ебать, я съемщик нахуй. Ну тут еще, ну хотя бы все привезли уже. Блин, там потолок такой тоненький, они не провалятся. Нужно было тоже здесь все облагораживать. Нет толчка для творчества. А, кстати говоря, толчок на самом деле хуйня. Типа, вон, Вадюха подсказывает, что в толчке у тебя будут низы гудеть. То есть толчок, он, типа, приглушает верха, поролон, там вся вот эта вот история. А низы остаются, их потом хуй вырежешь. То есть даже лучше, может быть, чтобы было небольшое эхо комнаты, но чтобы комната была побольше, где вокал записывается, для того, чтобы именно низы не отражались слишком сильно, чем в маленьком толчке. Но, как бы, у меня толчок больше по причине изолироваться дома, чем по причине сделать качественный звук. До конца. Максимально именно само помещение. Ну, тоже вот Юрец у себя сделал тут все. Обклеил. Еще раз вид из окна. Охуенно. Вон жена сидит. Помогала мне тоже все ну-ка, время. Ну-ка, 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 покажите. Вон жена сидит. Не разглядели. Помогала мне тоже все время. Это вот ленту заебенили. Невоновую. Блин, я бы все нахуй оплел здесь, если честно.
Очень круто выглядит трек. Круто выглядит, кстати. А вот окна завесил я шторами, выключил свет, включил только неонку. Выглядит, конечно... Ну, у меня тут сейчас, короче, тоже особо не покажешь, но типа тоже вот так вот, на самом деле. Оп, тут подсветочка, подсветочка. Тут просто балдеж. Ну, типа, блин, я не знаю, может быть, вообще, кстати, мне сделать вот такое скорее. То есть, чтобы просто, чтобы лицо было видно, зато... Охуенно. Будет приятнее вот это вот... Атмосферненько так прям. В такой обстановке я сижу и делаю треки. My way. Сука. По-моему, это уже финальная работа. Да, тут и ковролин уже постелили. Нормальный тут такой купил, прорезиненный, вот плотненький. Плойка для гитары уже все стоит. Диван, блядь. Короче, все по высшему разряду, так сказать. Я у тебя там сниму чуть-чуть. Ух, ебаная, бля. Я сейчас свет вырубил. Да-да-да. Четко прям. Вот это про ГБ-контроллер надо брать. Да, но денег так нормально, в принципе, ушло. Но... Захотелось как бы себе тоже мистера атмосферу тут как-то нарулить, блин. Ну, кстати, не, у меня так не выходит в итоге. С остальными, да. Чтобы так сочненько, так красненько, так хоп. Это вышло очень даже дешево. И выглядит классно. Сейчас буду думать, как это сделать. Уютненько так, красиво. Ну, круто, круто, чел, вообще поздравляю от души. Здорово. Вот, эту наклейку мы на дверь еще заказывали. Я просто завидую. Это вот приходила Алена, сестра жены. Мы записывали рекламный ролик просто. Чтобы, типа, актер какой-то у нас был, чтобы в ролик вставить. Ага, ага. Что к нам кто-то приходит. Скидки до 50% на студии Doom Rot Records. Да вот такую в стиле прям этого это сделать, типа... короче. Как она называется? Блять. Ну, реклама в супермаркетах. Скидки до 50%. Тоже для ролика сижу, якобы что-то свожу. Просто все подряд тыкаю. Не знаю, что снимать еще. Я уже просто по инерции снимаю. Смотрю, какую лестницу, смотрите его, пожалуйста. Да, лестница. Крепление ненадежное вообще, абсолютно. Кофе. Можно ебнуться. Короче, это вот день, когда мы именно для... Настоящая брутальная студия, где можно... Рекламу все снимали, что-то пытались. В случае чего можно умереть даже. Колхозили, блядь. Света у нас не было, Юра привез лампы какие-то. Ой, блядь. Вот такой свет. Я придумал, короче, как я сделаю, но это надо сделать сейчас чуть позже. Видос досмотрим и сейчас сделаю. Вот здесь вот так закрепить, типа. И что у вас тут происходит? Я запомнил кадр. Ну и вот это уже конец дня как раз, мы уже все отсняли. Вот типа того. Мы еще будем доснимать, сейчас, потому что мы решили, что это, короче, недостаточно круто. Сейчас вот как раз здесь вставлю рекламный ролик. Ну-ка. Ну чё стоишь, заходи. У нас есть микрофон профессионального качества. И много гитар. Бас, акустический, электро. У нас есть MIDI-клавиатура, M-Audio. У нас есть акустический поролон разных цветов. У нас сука, есть... маните прям пиздец. Светящиеся штуки, профессиональный студийный монитор. Светящиеся штуки. Сука, говорите адрес. Торе, у нас большой опыт сведения песен. Профессионалы записывают вокал именно у нас. Светящиеся штуки. И я, звукорежиссер студии My Way. My Way. Бля, ну ролик балдежный получился. Ну, слушайте, заманили, прям заманили. Сейчас придется это... ехать. Круто, слушай. Ну, короче, поздравляю, чел, здорово. Супер-супер-супер. Сделал ты себе такой на будущий юбилей, считаю, и прям самый такой желанный, убойный, балдежный подарок. Ну, желаю только, короче, исключительно, как говорится, успехов во всех начинаниях, чтоб ничего не это, блядь, никакая хуйня не произошла, ничего не закрылось, ничего переезжать не пришлось отклеивать. Вот. Мое почтение. Все, большое спасибо. Не знаю, что сказать. Все, как будет платиновые, типа, какие-нибудь это альбомы там записаны, присылай. Я буду критиковать сидеть.